Здравствуйте. Сейчас покажу вам Дэндика. Он бедолага, спрятался. Наслушался, как Вань кричит. Слушал. Потерял терпение. Вот он сейчас малыш. Зарылся в подушке. Дэнь, тебе снимать, ты что-то там. Дэня. Дэнь. Дэнь. Ну-ка, мальчик. Иногда на него смотришь, так как он, Ванька кричит. Терпение все мое, скажи, кончилось. Да, маленький мальчик? Сколько ж можно орать? Да, про Ваню, потому что рассказывают. Он смотрит, как Иринка, он с Ванькой ходит на руках. И наш маленький мальчик такой. Устал, малыш, устал. Вот так вот. Денюшка. Ну, короче, вот так вот. Привет вам от Дэнтика. О, опять начинается. Да, и от Ваньки тоже привет. Дэнь, опять начинает кричать. Только мальчик. Он все время расстраивается. Скажи, Денюшка, я вот могу чуть потерпеть, а потом у меня терпение кончается. Ты маленький малыш. Устал, да, тоже, скажи, слушать. Ой-ой-ой. Никакого слуха, скажи, не хватит слушать, как он иногда кричит. Какой мальчик, мой хороший. Ой-ой-ой. Опять кричит. Ой-ой-ой. Ладно, до свидания. Ставьте Дэндику плюсики. Передавайте привет бедолаге. Терпит няня, терпит наша няня. Куда ж, скажи, деваться? Всем терпеть. Бог велел и нам. Терпел и нам велел. До свидания.